Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на игровой канал Forever Gamer. Я продолжаю играть в Skyrim. И сейчас мы отправились в Виндхельм для того, чтобы выполнить задание «Кровь на снегу». Задание можно взять у стражника в Виндхельме. Вот здесь, на кладбище. Всегда. Я его уже взял, это задание. Как бы теперь мне надо допросить свидетелей. Давайте с ними поговорим. Подайте, бедные старушки. Заметил что-нибудь? Извини. Мне кажется, я видел, как кто-то убегал, но я его не рассмотрел хорошенько. Ладно. Еще одна жертва. Я услышала крик и прибежала сюда. Но она уже была в таком виде. Всегда грустно, когда... Как жаль. Нет, извини. Но я заметила, что ее кошелек был не тронут. Так что это явно не грабеж. Извини, мне нужно подготовить тело к погребению. Так, ну никто ничего не знает. Все-таки что за дело может быть у ко... Все как обычно. Никто ничего не заметил. Мерзавец опять сбежал. Позвольте мне помочь вам. Слушай, если ты думаешь, что справишься лучше, чем легион стражников, вперед, действуй. Но сначала поговори с Йорлейфом. Пусть он даст тебе полномочия. А то нельзя же, чтобы каждый дурак приставал к людям под видом расследования. Если он разрешит, тогда мы и поговорим. Ладно. Капитан Одинокий Шквал. С ним мы будем разговаривать. Да, у меня мало времени. Их так и не убрали. И вряд ли уберут. Да так, на память. Хорошо, что ты рядом. Мне нужны те, на кого можно положиться. Мне довелось слышать об этих убийствах. Какие же страшные пришли времена. Люди охотятся на своих же братьев, словно на диких зверей. У меня и так не хватает людей. Если ты хочешь предложить свою помощь, я с радостью ее приму. Я прикажу стражникам оказывать тебе любую помощь. Да и я сам всегда рад помочь тебе, если потребуется. Так. У этого чувака можно купить дом в Виндхельме, но... Ну вот, сейчас сами увидите, что он нам скажет. Я заработал состояние, плавая капитаном. В городе как раз есть пустой дом. Правда, там не так давно произошли неприятные события. Боюсь, он пока недоступен. В общем, вот так. Мы выполняем это задание. Это старинное прощание моряков. И можем купить дом в городе. Все эти события, все эти убийства там в основном происходили... В том домике, который мы как бы потом купим. Ладно, сейчас поговорим со стражником. Так это ты тут иллюзии наводишь? Впечатляет. Мне разрешили участвовать в расследовании. Ну тогда ладно. Отсюда ведет кровавый след. Хелгард унесла тело в зал мертвых, чтобы подготовить его к погребению. Она немного сумасшедшая, но никто лучше ее не управляется с мертвыми. Понятно. Идем с ней поговорим. В зале мертвых она. Длинный диагональный разрез от левого плеча. О, мертвая. Но, думаю, это вполне обычное дело. По крайней мере, здесь. Ну, разве что кроме меня. Извини, это я так шучу. Ну так что с телом? А, да, ну конечно. Единственное, что необычно, это форма ран. Они выглядят так, будто бы их нанесли, ну, такими изогнутыми клинками.
которыми пользовались древние норды, когда бальзамировали мертвых. Я не знаю, у кого в Виндхельме может быть нечто подобное. Кроме меня, конечно. Ну, тогда дай мне знать, если что-нибудь заметишь. Я бы не надеялась. Теперь мне правда нужно вернуться к телу. Потребуется много работы, чтобы подготовить ее к погребению. Ладно. Что теперь? Блин. Теперь будем искать выход отсюда. Черт. Тут запутаться можно. Нашли. Так, это место мы уже как бы изучили тут. В чем дело? Кровь, все такое. Теперь нам нужно пойти в тот домик, в котором мы типа можем жить потом. Где он находится, я правда не помню. Сейчас поищем. Вроде сюда. Так, где-то здесь он был. Так, это не он. Тут тоже. Вроде бы этот. Да, это он. Теперь нам нужно получить сюда доступ. Я, наверное, ломать буду двери. Замок, то есть. Так, тут мастер вообще супер. Офигеть, ну почти же взломал. Так. Можно спокойно попрощаться со своими отмычками. Ниже надо было, наверное, чуть-чуть. Так, как-то. Нет. Не прокатило. Блин, раньше ж как-то взламывал их. О, точно. Совсем забыл. У меня же были эти перчатки. Гильдии. Взлом типа облегчается. Ой. Так, ладно, сейчас то же самое место. Не понял. В том же месте уже не поддается. Елки-палки. Как-то оно не особо легче стало. О. Так, нашел место. Что ж такое? Почти. Да, как я и говорил, можно спокойно попрощаться со своими отмычками. Да я не могу понять, то ли выше, то ли ниже надо.
Наконец-то! Ладно. Верну перчатки эбонитовые. Поискать улики. Так, ладно. По следам на полу видно, что этот ящик недавно передвинули к стене. Дневник мясника. Мясник на свободе. Так, вот улика. Мед. Расследовать улики. Это все вообще улики? Сейчас узнаем. Больше вроде бы ничего нет. Тут. Ого. Маленькая полочка. На полке полно листовок про мясника, которые встречаются в городе на каждом шагу. Тут куча этих. Одно и то же. Так, ладно, проверим наши улики. Да, это какой-то некромант, что ли, который собирает кровь, кости для своих экспериментов. Стоп, а куда я пошел вообще? А, улики, точно. Это же было не все. Там была записка. Ага, вот она. Нет, то была 11-я, по-моему. Нет. А, это все одинаковые записки. 14 штук, точно, я забыл. Так, вернемся в Херим. Что-то тут еще должно быть. Чем-то прибит. А, точно, здесь потайная дверь. Что у нас тут? Да, как я и говорил. Это что-то вроде какого-то некроманта. Так, только я тут улик никаких не вижу. А, вот алтарь. Создан для какой-то неизвестной магии. Кажется, он использует части тел для какой-то ужасной цели. Походу. Вот и еще один дневник мясника. Это что ему нужно? 17 сухожилий. Да. Так я заберу это. Что-то тут еще надо сделать. Ладно. Идем. С кем там поговорить? Может, со стражником надо? Офигеть. Тупик. А, нет. Дай-ка угадаю. Кто-то убил. Не со стражником нам нужно говорить. А с капитаном. Так ты знаешь пару заклинаний? Мне что, в ладоши похлопать или в обморок грохнуть?
Горожане называют меня капитаном, потому что в свое время я ходил в море. Я потерял семью много лет назад. По правде говоря, я не знаю, что меня еще держит в этом мире. Что ты знаешь о мяснике? Это все Виола Джордана. Развешивает эти листовки по всему городу, а кто-то их все время срывает. Спроси ее, она тебе все уши прожужжит. Я ищу работу, что посоветуешь? Ярл объявил награду тому, кто убьет великана. Вот, здесь все подробности, взгляни. Ладно, потом как-то убьем великана. Попутного ветра и спокойного моря. Это старинное прощание моряков. Поговорим с этой Виолой, расспросим ее, что она знает. Ой-ой-ой. Будь начеку, мясник может прятаться где угодно. И что ты мне о мяснике рассказать можешь? Я преследую его уже несколько месяцев. Ну, не то чтобы преследую, пытаюсь отыскать его. Стражники не хотят мне помогать, остальные горожане тоже. Я единственная, кто еще верит, что это чудовище можно поймать. Почему стражники не занимаются этим делом? Они утверждают, что слишком заняты войной. Ну а по мне, какой смысл вообще выигрывать войну, если мы дрожим от страха у себя дома? Этот дневник оказался в логове убийцы. А? Что там? Похоже, придворный маг ставил весьма необычные эксперименты. Вунферт. О нем уже много лет ходят самые разные слухи, сколько я себя помню. Но он опасный человек. Его потому-то и называют неживой. Я бы не стала связываться с ним в открытую. Расскажи обо всем управителю. Он к тебе прислушается. Снова вернуться к капитану. Я заработал состояние, плавая капитаном, но теперь уже отошел от дел. Я считаю, что убийца Вунферт не живой. Это очень серьезное обвинение. Полагаю, у тебя есть доказательства? У нас есть доказательства занятий некромантией, а еще мы нашли его амулет. Я не могу в это поверить. Вунферт уже много лет был другом и доверенным лицом Ульфрика. Как больно знать, что все это не просто слухи. Вунферта мы арестуем. Благодарю тебя за усердие и за поимку убийцы. Улица Виндхельма снова безопасна. Как это? Я ведь не убил еще никого. Мясника надо убить. Стоп. Зачем я вышел? Теперь же можно купить дом. Ты идешь со мной. Мы наконец-то арестуем мясника. Ой, я с вами. Да, господин. И куда вы идете? Пойдем с ними, посмотрим, что они делать будут. А потом купим дом. К северо-востоку от реки стоит курган Ингола. Держись подальше от этого жуткого места, иначе быстро пополнишь ряды тамошних ходячих мертвецов. Карта обновлена. Да, Довокин,
Значит, чем могу помочь? Ты под арестом за убийство Сусанны из гостиницы «Очаг и свеча». И Фригги, расколотый щит, и остальных. Мы раскрыли твои уловки, трус. Так это придворный маг? Неужели в этом городе ни у кого нет мозгов? Я сам пытался найти убийцу с помощью гадания и магии. Прибереги свои отговорки для кровавого зала, маг. Уведите его прочь. Так точно. Простите, господин, но вам придется пройти со мной. Это еще не конец, Йорли. Так, поговорить с ним не получается. Да. Меркурио снова мешает пройти. О, Меркурио, давай, не мешаем. Пусть проходит. А хотя, стоп, да, пусть проходит. Так, что за зелье? Все. Свиток какой-то. О, необычный камень. О, камни душ. Ой-ой-ой. На твоей совести преступление против Скайрима и его народа. Что ты можешь сказать в свою защиту? Могу сказать, что я из гильдии. Я могу решить твои неурядицы со стражниками? Да. По рукам. А теперь живо отсюда, не то передумаю. 8 золотых. Ну да, прям так много. Слушай, ладно, я иду отсюда. Это ведь не правда, что говорят про тебя и темное братство. Или правда? Правда, правда. Насчет темного братства. Что тебе нужно? Так, ладно, выйдем отсюда и поговорим о доме. Жизнь в изгнании – это самое большое унижение, что выпадало на мою долю. А почему ты занят? Воу. Ладно, я подожду. Проклятые имперцы! Им не удержать Данстар! Я владею фермой Астралист рядом с это... городом. Это честный что? Труд, что пусть тут и слегка однообразный. Брат Бури? Устал. Не забывай. Ладно, не все равно. Я просто хочу купить дом. Так где этот чертов управитель? Здесь его нету. Чужаки. Ладно. Где же он пропал? О, я в растерянности. Жители Рифтона полагались на меня, а я подвела их. Тебе что-то нужно, жалко и не... Ой. Тожество. Короче. Сейчас выйдем и зайдем опять. Все равно его нету. Видишь тех воинов из Хаммерфилла? У них кривые мечи. Кривые мечи. Так, на кухне его нету. Тут тоже. Ладно, последний раз жду и все.
Ладно, он так и не появился. В общем, вы уже поняли, у кого можно купить дом и как это сделать. Для того, чтобы его купить, надо выполнить задание «Кровь на снегу». На этом мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео. Пока!